В Ульяновской области проходит второй съезд детской общественной палаты. Этому органу всего 3 года, однако за это время палате удалось провести много акций и стать неотъемлемой составляющей детской общественной жизни региона. Структура объединяет в своем составе молодых людей из всех муниципальных образований области, стремящихся внести вклад в развитие региона. У ребят всегда есть свежие идеи. Детская общественная палата занимается абсолютно разными направлениями. Гражданское направление, просветительское, спортивное, абсолютно всеми, которые есть вообще. Но особо хотелось отметить нашу акцию «Я остаюсь», которая предотвращает отток молодежи из региона. Кроме обсуждений и презентации новых идей, в планах палаты подписание соглашения о сотрудничестве с серебряным правительством. По уверению детей, это необходимо обоим общественным институтам для налаживания прямого диалога. Губернатор поприветствовал участников съезда. В приветственном слове он не смог обойти трагическую ситуацию в 81-й школе. Я только что сейчас встречался с учителем, имел обстоятельный разговор. Надеюсь, что мы вместе с ней и с ее коллегами, классными руководителями, очень серьезно подумаем о том, какие уроки извлечь из этого трагического случая. Я бы очень хотел, чтобы такие ситуации никогда не случались. Сергей Иванович призвал юных общественников включиться в дело поддержания безопасности, в процесс воспитания сверстников, в работу, которая позволит переключить сознание молодежи на созидание. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Ул. Правды ТВ.